прошу вас. Поговорите со мной. Кто это? Сначала вы скажите, как вас зовут, и я скажу, как меня. Это грязно. Не кладите трубку. Что вам нужно? Полюбоваться на твои внутренности. Это что, шутка? Скорее, игра. Игры — это то, что я люблю. Ну что ж, всем добрый день. Рада приветствовать вас на нашей 48-й встрече почти анонимных убийц. Начнем. А кто хочет сегодня быть первым? Конечно же я. Бог нового мира, известный как Кира. Что нового сегодня расскажете? Этот мир полон убийств, преступников. И я дал поспор, чтобы очистить. А сегодня ограничение по времени – 20 всего минута. Ну, я схожу с ума. Я вижу Бога смерти. Все началось с того, что я начал записывать имена неугодных. Тетрадь. На чью тропнуть, они начали умирать. Совпадение? Не думаю. А что вы чувствовали при этом? Я хочу записать имя одного убийцы, чья личность окутана невероятной тайной. Его даже многолеты могут поймать. Вот почему его имя стали главным на странице моих тетради. Спасибо. Мы выслушали Киру, а теперь послушаем господина Крика. Бюрократия. Чтобы теперь совершить убийство, нужно составить акт в виде экземпляра.
искренне вам сочувствую, поэтому у меня нет такой таблички. Но неужели у вас не случилось ничего светлого на этой неделе? Вы знаете, случилось. Я недавно услышала поразительное убийство целого оркестра посредством колумбийского галстука. Ваше время вышло. А перейдем к следующему. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Медуза Гордон, и я ведьма и убийца. Расскажите, что вас тревожит? Меня никто не понимает. Родители больше любили сестер, дочь меня ненавидит. Эксперименты не получаются, потому что мне постоянно мешают. Змеи сбрасывают кожу, все это валяется по всему дому. Они что, из-под меня? А все вам, конечно, сочувствуют. Но как ваши дела на убийственном фронте? Да вот, нашел один экземпляр для эксперимента. Но он постоянно сбегает. О, как же? Сам смерть охраняет этого парня, чтоб его на костную муку перемололи. Никого он не охраняет. Дети, и ты меня ненавидишь? Моя дочь меня не любит. Да, не сдерживайте эмоции, как обычно. Здесь вы можете побыть обыкновенной женщиной, а не змеей. Вы в нашем дружном кругу. Что вы имеете в виду? Вы же пустой бармен, который собирает нас здесь по субботам, выслушивает и все. Ну, мне тоже есть, что вам рассказать. После моих творений мне тоже хочется выговориться. А знаете, как тяжело было заставить целый оркестр держать инструменты, пока я делала им колумбийские галстуки. Я даже думала струнами их связать. Незаметно, эстетично, но это не то. Понимаете, они должны сидеть сами. Инструменты держать тоже сами. Понимаете, сами. А вот капитан, к слову, не хотел стоять сам. Пришлось попросить его чуть более настойчиво. Что вы имеете в виду? Я? Да так. А ведь у меня даже прозвища нет. Но между тем меня все знают. Так это вы? Я. Ну как вас зовут? Как вас до сих пор не поймали? В чем секрет? Сначала имя. А знаете что? Мне кажется, у меня время вышло. Имя. Всем спасибо, что пришли. На этом собрание окончено. Надеюсь, всем стало лучше. Так нравятся эти собрания. Вроде никого не убило, а на душе так спокойно. Да действительно, так легко-легко. Сразу все звук перестает ловиться. Занятие проходит так незаметно. Я забыла, как это без ламина. А я про нож рассказывала, у меня нож сломал. А мне так как полегчало. Жду вас на следующей неделе. Не в силах.